В последние годы Сочи, отметил глава города, кардинально изменился. Получил новую инфраструктуру, учреждения здравоохранения, образования, культуры. И если раньше все самое лучшее создавалось в городе в первую очередь для туристов, то сейчас для комфортной жизни местного населения. И важно именно в живом диалоге от лица таких же сочинцев рассказать о всех преобразованиях. Рассказать, что они живут в самом лучшем городе России, что и по благоустройству, и даже по материально-техническому обеспечению, по уровню заработной платы, по возможности их детям или их самих работы. Все это нужно рассказать людям. И мы, конечно, такие лекции будем проводить. Естественно, к ним надо готовиться, как готовится материал. Сочи – лидер по многим направлениям. С 2012 года построено 18 дошкольных учреждений, 5 школ. Сейчас строятся сразу 3 школы. В верхней беранде Совет Кваджи – новый корпус в школе номер 100. Система здравоохранения развивается. Появилось несколько больниц, оборудованных современной техникой. В них работают специалисты, которых привлекали со всей России. Сейчас в Сочи самый современный автопарк скорых. Недавно добавилось еще 20 машин. Ежегодно добавляются новые рабочие места. Уровень зарплаты у нас самый высокий в крае. Работает программа переселения из аварийного жилья. Это лишь часть работ, которые проходят в городе. При этом именно живые встречи могут дать и обратную реакцию жителей. Их замечания помогут определить сферы, на которые, по мнению сочинцев, важно сейчас уделить особое внимание.